перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сейчас, доброе утро. Утро же, просто не пойму, блядь, светло на улице или нет. Я не спал еще, честно признаюсь. Не употреблял никаких наркотиков. Ну, практически никаких. Доброе утро, всем привет, присоединились. Я просто, вы заметили, иногда не вовремя. То есть вовремя, но в очень странное время выхожу в прямой эфир, например, в 8 утра, поэтому... Да, приболел что-то, согласен, спасибо. Не, постараюсь не болеть. Блядь, я просто сижу около зарядки. То есть я не хочу сказать, что я сделал зарядку и сижу здесь. Я просто у меня, блядь... Видите, второй подбородок даже появился после вчерашнего концерта в «Дипломате». Доброе утро всем. Тем, кто просто присылает смайлики, вот когда ржет, это значит нормально, весело, я шучу. Хотя бы нахуй никого не посылаю. Не буду сегодня, хорошее настроение у меня. Не то чтобы, блядь, типа... Сейчас хорошее настроение. Вообще такое. Ну, такое. Я не специально одевался, чтобы быть для вас покрасивее. Я просто посмотрел, что, блядь, вроде нормально выгляжу. И думаю, выйду-ка я в прямой эфир. Весело не из-за травки, а весело из-за того, что происходит просто со мной последние дни. Не последние дни, а последние недели две. Не две, а, блядь, три или месяц. Я быстренько это все в этом эфире выскажу, потому что меня кое-что подзаебало. Кое-кто может не беспокоиться, это не про них пойдет речь, а кто-нибудь может догадается, то, что речь пойдет именно о них. Короче, я хочу просто в это высказаться немного, сохраню прямой эфир и даже не буду его пересматривать, как это, не знаю, делается даже, блядь. Блядь, я хочу просто... Уйти от шнура, от зарядочного, блядь, и пойти сесть нормально и разложить по полочкам все, и пойти спать, потому что я не спал с тех пор, когда три моих австралийских кореша, во-первых, опиздюлились вчера жестко, блядь, в Сиднее. Короче, это, блядь, отдельный разговор, не про это эфир. Надо что-то попить воды хотя бы. Сейчас, я думаю, зарядки хватит, чтобы до воды дойти. Но настроение нормальное, да, у всех, как и у меня, я надеюсь. Потому что если у кого-то плохое настроение, то, я думаю, не надо сейчас, чтобы у кого-то было плохое настроение. Я уже поплакал свои gangsta tears. Вот. Сейчас я смешал горячую с холодной водой, это, там нету ни MDMA, ничего, я просто буду вам всегда как бы за это отчитываться, чтобы... Ну, вы можете подумать, что я пизжу, но как бы я постараюсь говорить правду. Нахуй никого посылать не буду сегодня, блядь, вот с этим надо что-то сделать. Как Кнадзе такой, типа, блядь, у меня второй подбородок, блядь, в 39 лет появился. 4600 человек для 8 утра, по-моему, вполне нормально. Вот, а сейчас подумаю, о чем. С чего начать. Там Брюс Ли у меня на заднем фоне видели. И огромная обложка моего альбома «Сами», которого я сам записал. И «Сами» я сам записал вместе с Айзой совместно. Это ладно. И мы сами записали этот совместный «Сами». Настроение шутить, потому что это такая защитная реакция, потому что я очень расстроился. Ну, из-за UFC, не знаю, вам, большинству, наверное, читерам, там почти 5000 людям, это все равно, ну, вам похуй на это.
Ну, кому-то из вас не похуй, надеюсь, на то, что три моих друга вчера, ну, реально друга, блядь, не об этом, но как бы из-за этого я так, блядь, сегодня хорошо шучу, потому что на самом деле на душе грустно, блядь. Очень. Короче, я рад, что у меня в Австралии есть такая крыша, как, блядь, Бам-Бам Туйваса и Тайсон Педро, а это как бы моя крыша австралийская. Опять обкурился, да, вот тут ты как раз прав. Может быть, где-то я, блядь, и хапанул разок за весь этот сложный день. Ну, даже не помню, честно говоря, хапал или нет. Но если, наверное, взять у меня тест на наркотики, то марихуану меня могут найти в крови, как ни странно, блядь. Но где-то я могу хапнуть, извините. Я надеюсь, этот эфир удалят быстренько из Инстаграма, пока его никто не посмотрит. Я люблю тебя, бам-бам, ба-уата-бам-бам. Короче, ну, как бы, я просто на добром позитиве, вообще на хорошем, как сейчас вообще не, ничего близкого с тем эфиром, который был, не будет вообще. Надеюсь, что близкого с тем эфиром точно никогда не будет. Мне очень стыдно за то, что я тогда всех послал куда-то там далеко и надолго, а потом сам уехал в дурку после этого. Я нормально же выгляжу, да? Ну, или пиздец, прям торчок конченый, иди спать, хули ты сидишь в 8 утра, здесь делаешь, там, пора в школу. А в школе же сейчас каникулы, блядь. Я забыл просто. Мне сын об этом напомнил, которого я очень редко видел. И вообще случайно узнал, честно говоря, что он в Москве был, пока я был в Таиланде. Грубо говоря. Блять, а вот прыщик, пожалуйста, это из-за того, что я, наверное, переживал. Или переживал, может быть, чего-то, какой-то травы, блядь, не знаю. Так вот, нормально, да, нормально выгляжу. Ну, торчок, да. Ну, торчок, это понятно. Это я знаю, что я торчок. Да выгляжу нормально, да, хоть несмотря на то, что торчок. Ладно. Ну, то есть, я хочу просто пожелать всем хорошего конца этого, блядь, года. Год был сложный, у всех разный. Слава богу, не самый, надеюсь, хуёвый год у всех в жизни выдался. Извините, надо было сделать глоток воды. Вот. Трек сильный, новый, спасибо, да, их там много новых сильных треков. Иншалла, вообще, не знаю, но это прям должно быть бомбой. Да, Путин, в смысле, это у меня типа российский флаг, я нормально подъебал. Нет, это просто мне кореш подогнал майку, я сидел у него дома, мы записывали новый трек, я облил свою майку вискарем, и он мне подогнал вот эту майку, я просто в ней вышел в прямой эфир, если вас это настолько интересует, что, блядь, мне снять майку, чтобы показать, что у меня, и вот и здесь российский флаг, что я совсем Путин. Блядь, ебать, пиздец. Весело с вами, конечно. Делаю три подрядные хапки с утра, да, это хорошая строчка. Короче, ближе к делу, да, 5000 смотрит. Уже, блядь, народ, вообще всем привет. Огромный, большой, блядь, всех, кто сейчас это смотрит. На меня вот, на такого Путина. Как бы хуй знает. Но, ну, знаете, можете меня и так называть. Ебать, я Путин. Ну, как бы, ну, блядь, не знаю, можете ли вы меня так называть. Сука. Блядь, сейчас сядет телефон, я забыл его поставить, блядь. Ну, вылетает из головы все, 40 лет почти уже. Так-то не шутки. На секундочку. На секундочку, да? Не на секундочку, а на 39 лет. Ну, где-то на... Где-то так. Ладно. Я к тому, что конец года какой-то сложный у всех. И я никак с этим не связан. То, что я получил пизды. Реально, вот как есть... Положа руку на сердце, как начинается мой новый трек, который вы все просите, выкинь полную версию, пенсионер, ёпта. Не, ну это я знаю, что ты подъебал, но на добром. Короче, ну помимо той ситуации, что меня непонятно кто отпиздил в непонятном клубе, и я до сих пор так и не договорился, и у нас ничего не получается, как бы вообще не выйти на какой контакт, и меня как бы никто не пиздил, я вообще не человек. Ну то есть... Я просто тупо не человек. Даже вот если, ну, убрать то, что я там какой-никакой артист,
то, ну, как бы человек обычный получил пизды. Давайте я за эту ситуацию немножко прожую просто вам, чтобы... Ну, я не то, что отмазываюсь, там, мусорнулся, я не мусорнулся, но как бы окей, да, ну... Грубо говоря, я написал заявление в милицию, но это была объяснительная записка на того, кого я не знаю, потому что, блядь, пришел, блядь, извините меня, как сказать, экипаж милиции, полиции, и, блядь, сказал, а что случилось? А я как бы стою весь такой в крови, и у меня там что-то с ребром, которое раньше было сломано, оно у меня сильно болит, я думаю, что это у меня сердце разболелось от нервов, потому что меня только что пиздили, как вчера, извините, пиздили моего, блядь, лучшего австралийского друга. Я не говорю лучшего моего друга, но, блядь, в Австралии у меня один человек, кому я могу позвонить, это Бам-Бам Туйваса, который вчера выхватил пизды приблизительно так же, как я выхватил в бункере, блядь, не помню какого числа. Это одна из ситуаций, которую мы так и не решили. Вообще никак. Никуда это не движется, и меня не били, и ничего не было. И это дело участкового, где-то находится, оно лежит. Я, блядь, ну, как бы, да, там, какая-то хуйня, кому-то даже, по-моему, даже ребро не сломали, у него там трещина какая-то, да и сотрясения особо у него не было. И изо рта кровь там у него, блядь, как бы это не текла ручьем, блядь, да, но я нервничаю, извините, сейчас эта ситуация просто. Я первый раз за 21 год, последний 21 год своей жизни получил пизды. Ну, не то, что, блядь, получил леща, мне может леща дать, блядь, мой концертный менеджер, только извините. Но я ему это могу позволить, потому что я ему тоже могу дать леща, ну, в ответ. Я не боец нихуя. Хоть я и люблю, блядь, UFC смотреть, а не, блядь, принимать участие. Вот, так что, короче, не буду там углубляться, блядь, в подробности, кто меня там, как бы, я уже думаю, что меня просто тупо, блядь, заказали туда на этот праздник, чтобы тупо отпиздить. И как бы скорее я процентов на 70 в этом уверен, процентов на 90 я знаю, кто это. И, блядь, ну, эти подробности мы опустим, просто ситуация не разрешена до сих пор. И вы можете думать, что я, блядь, сходил и накатал заяву в милицию, и с тех пор я стал, блядь, какие-то сомнения в моей, так сказать, блядь, блатной, блядь, репутации, которой у меня никогда не было, блядь. Я просто рэпер, блядь. Ну, и я не отмазываюсь, то, что я, да, я, блядь, с меня взяли объяснительную, я написал объяснительную, короче, пизду. Дальше. Год хуёвый. Ну, то есть год охуенный был, по-моему, у всех. Я вот лично промолчал год, а в конце года, ну, перед вот, ну, там, только вот зима началась, я решил высказаться. Обычно я высказываюсь осенью. Ну, вы видели. Ну, вот что с Яной, это будет отдельный эфир. Что с Кэти, я думаю, не будет отдельного эфира, но с Кэти я расстался точно не из-за Яны, как, блядь, сука, многие думают, и мне очень жалко и стыдно перед этим человеком, реально до слез, блядь, обидно, я лучше, чем Кэти, не встречал в своей жизни, и, блядь, честно говоря, я очень, мне кажется, практически уверен, что, блядь, лучше, чем она, я не встречу, не потому что я боюсь ее, там, ее, или потому что я Кэти очень люблю, любил и буду любить, и не знаю, ну, короче, нужны ли вам эти сопли, блядь, если вам интересно про Яну, про это, то будет трек про Яну, будет называться «Опасный пассажир», он уже есть. Яна, это, кстати, для тебя было послание, ты знаешь, ты посмотришь этот эфир, и ты знаешь, кто ты такая, и кто я такой, какая у тебя репутация, и какая у меня репутация, и ты задумайся о том, что я могу про тебя написать трек, назвать факты про тебя, все абсолютно, которые есть у меня, факты, которые я, блядь, насобирал в твоем Екатеринбурге. У меня, как бы, извини, но в Екатеринбурге у меня тоже есть пара человек, которые что-то смогли про тебя пробить. Ты лучше скажи, когда треки ждать, а этот хайп с Яной, фу-фу-фу. Да, то есть я настолько был злой на эту Яну, что я почти пошел на «Пусть говорят», блядь. Меня просто вовремя мои, блядь, старшие люди остановили и сказали, да пусть она и говорит. Просто если я начну говорить, на «Пусть говорят», я думаю, это уже too much, блядь, for Яна. Не из-за Яны я расстался с Кэти. Яна — это тупо шлюха, которую под меня подложили кто-то. Не понял, кто под меня подложил в Екатеринбурге. Яна, слышишь? Я знаю, что ты слышишь, блядь. И... С Кэти я расстался не из-за того, что у меня в жизни появилась Яна, а Кэти я буду любить до конца своих дней. Просто точки над «и» я вам некоторые расставлю, потому что вопросы про Кэти, про Яну, когда я что-то, ты пизды получил, ты пошел мусорнулся,
Ну, пока вот, я думаю, на таком прямом эфире мы остановимся, да? Блять, как медленно еще зарядка заряжает. Такое ощущение, что я не дома, где-то какая-то зарядка не заряжающая, блядь. Ну, типа, вообще, блядь, нет, нихуя абсолютно. Только не надо писать, мне покажи, что у тебя на столе. У меня много тут виски стоит, все, блядь. Ну, я просто вчера хотел устроить вечеринку по поводу, ну, победы моих пацанов. Я был уверен, что Марк может и... Да, Леха, наверное, под солями. Кстати, хорошая шутка, надо взять на вооружение. А ты под чем там, Вася, расскажи, может тебе, блядь, пизду, короче. Здорово. Стройка идет нормально, дайте на вас поотвечаю. Ты загнался, немножко есть. Немножко есть. Возможность есть скинуть инструменталы, да, есть. У меня есть там телефон концертного менеджера в шапке. С ним связывайтесь, он направит инструменталы тому человеку, кто направит их мне. Ну, как-то так. Вот, а бам-бам. Вот, и, короче, скоро, ну, уже как бы много рэпа у меня есть нового. Ну, чтобы, не дай бог, там, чтобы не произошло, его уже есть много. Записанного, но не выпущенного. Поэтому, например, в группе «Новый рэп» мне нравится, что, ну, как бы «Новый рэп» вообще про меня после упоминания их в моих сторис вообще ничего не пишет практически. Ну, в принципе, про меня и писать-то особо нечего. Что там, то какая-то шлюха меня шантажирует, то, блядь, меня кто-то отпиздил в бункере. Это не рэп-новости, это не... Оби-Ван Кеноби ушел на Haunted Family, бля, окей, нет новостей. То, что я вчера навалил нормальный, по-моему, куплет, тоже не новость, которая на новом рэпе, да, бля, должна повыше висеть. Но если этот мой куплет не отодвинул чуть-чуть новости, вот эту всю хуйню, пока я пролистал, это к новому рэпу уже, ну, как бы, еще один. Не знаю, мои друзья или как бы вроде нормально общались, вы что начинаете? Хорошо, ладно. Если одного куплета достаточно, то чтобы, ну, как-то меня вот так вот, короче, вообще, типа, это вообще какая-то хуйня была от гуфа очередная вышла, от 40-летнего, блядь. Ну да, я буду часто теперь о своем возрасте говорить. Мне кто-то спросил, я не помню кто. Да о чем ты будешь читать теперь, о чем тебе записывать пятый сольник? Ну вот накопилось на пятый сольник, наверное, поэтому... Поэтому, наверное, пятым сольником придется все эти новости отодвинуть, а не какими-то куплетами. Не выпускать, я думал, выпустить пару клипов. Да, не то, что типа вы меня поуговариваете, и я такой сейчас, блядь, пошел их выпускать сразу. Не, просто я думал, может, блядь, чем-нибудь какую-нибудь замануху кинуть, снять, например, клип на этот трек со вторым куплетом. А ты чуть-чуть хоть загодился, братиш, блядь. Или мне, блядь, с другого телефона выйти в прямой эфир. Я же могу себе позволить два телефона. Вот. Ну, так что я пока думаю, блядь, кто мне снимет клип, во-первых. Во-вторых, вот я имею в виду, кто режиссер, а не кто мне, блядь, типа, все такое придет и все мне сделает клип. Клип я сам себе сниму. Я просто Алину Песок хочу, чтобы она мне сняла. Алин, если слышишь меня, я как бы хочу, чтобы ты мне сняла клипом. Про что это? Мы с тобой уже знаем, сколько клипов сняли, и этот не нуждается вообще ни в каких, блядь, ни в каком вообще. Вообще ни в чем, кроме, блядь, нас с тобой, Алина, и хеликоптер, или как это называется, коптер, и мой участок, блядь, от Джики, как бы, типа того. Так что это... Год не закрою шикарным альбомом, простите, не успею все свести и все это сделать. Я надеюсь, что если все будет, дай бог, вообще все... Я после вот последнего концерта в этом году, меня заебало вот это говорить, ой, извините, крайнего, а не последнего, ой, крайнего. Если до мая там мой альбом не выйдет, самочувствие такое, блядь.
Блядь, на велике, блядь, хотел кататься, да, побольше. Хороший ты, ой, спасибо. Поспать срочно, вот то, что мне нужно. Согласен. Я спал, конечно, после боя с Туивасой часа, ну, после боя с Туивасой, как бы я с ним дрался, и я ему дал пизды, а не Дос Сантос. Нет. Туиваса, конечно, раскатает любого, и знаете, как то, что не убивает нас, делает нас сильнее. Когда я ему это сегодня сказал по фейстайму, он говорит, о, ну, как бы я не буду говорить, я ему говорю, это русские слова, запомни их. Он такой перевел, осмыслил и понял, что, блядь, в натуре так, это первое поражение этого чувака. И сейчас я зачитаю и станцую, ладно, давайте. Поэтому я надеюсь, что этот прямой эфир вообще куда-нибудь на УРЭП не покажет. Вообще не показывайте его. Его не было тоже, как же, так же, точно так же, как и меня никто не бил. Я всех люблю, всех своих 6361 человека, который сегодня это смотрел в прямом эфире, и всех остальных, которые это посмотрят потом и скажут, блядь, типа, ну, по-моему, нормальный, трезвый, типа, блядь. Я не то, что, типа, блядь, такой, посмотрите, какой я трезвый, я просто заебался, блядь, ну, от каких-то, блядь, хуёвых новостей, а это охуенное настроение мое, это все, блядь, просто защитная реакция. Нихуя я не в хорошем настроении, так что... 6400 человек. Я спать. Спасибо всем, кто написал. Леха, иди поспи. Сохраню эфир, блядь, правда. Этот сохраню, да, потому что вроде там особо у меня не вяжется язык, не сплетается. Я, блядь, вроде глаза, блядь, особо не красные. Хотя я закапался акуметилом, чтобы, ну, не палиться совсем уж. Все, пока, давайте, обнял. Всем привет. One love, big love, from Russia, big love. From Russia to Russia.